Всем большой привет! Ну что, вот приготовьтесь, сейчас вам покажу то, что мы купили в магазине «Магнит». Мы сейчас с мужем живем вдвоем, детям, соответственно, дети у бабушки с дедушкой, и им ничего не покупали, только себе, но в принципе то же самое все покупаем, только без всяких киндер-сюрпризов и различных хлопьев каких-то детских. Так, это молоко и кефир, это муж пиво купил. Дальше медвежье ушко, такие вот пельмени когда-нибудь, чтобы быстро сварить, быстро съесть. Курочка, цыпленок целый. Какая-то ветчина, не знаю. По составу вроде нормальная. Первый раз такой берем, мясной гурман. Славянская, судя по названию, ветчина славянская. Сосиски сочные, папа может. Тоже, чтобы быстро, когда нужно приготовить, купили пачку вот такого вот чая «Принцесса Нури» высокогорный. Почему-то без пакетиков нету такой Нури, есть только в пакетиках. Кузя у нас любит вот такие вот «Фрискис» корм, мы ему иногда их покупаем. А лук, у нас весь лук закончился с прошлогоднего урожая, в «Магните» тоже лук. Честно говоря, вообще не ахти какой, уже какой-то подгнивающий запах такой, поэтому всего две штучки купили, чтобы их быстро использовать. Дальше купили вот такие вот пряники классические, Слана какая-то фирма. Халва к чаю. Муж выбрал себе, захотел кашу перловую с говядиной, вот такой столетовский мясной двор. По-моему, стоит недорого, не знаю, что-то на самом деле будет, но, наверное, перловка есть. Дальше купили маргарин, купили масло. И здесь две банки кильки. Такой вот килька флотская, неразделанная в томатном соусе. Так, кто у нее тут производитель? Севастополь. Хорошо. Хлеб черный. Вот он такой. То есть он не простой черный, а какой-то интересный. Написано «Хлеб 8 злаков». Простой батончик. Яйца отборные. Это фольга для запекания курицы или для запекания еще чего-нибудь. Спагетти, сухарики пожевать мужу тоже. Это майонез, как вы видите, печенье, крекер, туалетная бумага, соль. Соли два вида даже взяли. Это крупная, потому что это мелкая, и они разной солености. Это я не знаю, тоже вермишель муж взял зачем-то. Он иногда любит их съесть. Но я тоже иногда могу. И вот такую вот лапшу по-домашнему яичную взяли. Попробовать сварить. Что-то никогда такого не берем. И еще селедку с укропом, по-моему. В укропном соусе называется. Вот. Ну и мороженое еще было, которое я сейчас съела. Это все наши покупки. В принципе, мы, когда вдвоем едим, как-то вообще не очень много. И, не знаю, на неделю, наверное, нам точно хватит. Будем хлеб только покупать. И плюс, может, еще огурчики, помидорчики. Что-то такое из овощей, фруктов. Большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. И всем пока-пока. До новых встреч. Ваша любовь.